Ну что, друзья, всем огромный привет, ну и как вы поняли, да, это у нас с вами наш второй аккаунт, тот самый, что Брюлик, и сегодня на нем мы с вами немножко погоняем в глобали. Также, как вы сами видите, вот, пожалуйста, результаты сезона. В том сезоне, если честно, на этом аккаунте особо не играл, да и вообще в том сезоне я играл довольно мало, поэтому результаты прям максимально скромные. Это сундук за первого искателя, но, в принципе, это нормально для этого аккаунта, то, что тут сундук за первого искателя, но покупкам прям вот самое-самое дно, чисто, знаете, апнул искателя, чтобы вот получить этот самый сундук, и, в принципе, все. Окей, погнали его откроем. Будет сейчас, кстати, обидно, если выпадет легендарка, потому что на основном аккаунте уже, по-моему, блин, сезона 2, а то и 3 не падает лего с этого сундука, и это напрягает, это правда очень сильно напрягает, поэтому надеюсь здесь, нет, хотел сказать, надеюсь она здесь тоже не выпадет, да, кстати, она здесь не выпадает, но нет, все-таки лучше бы она выпала, но это было бы просто-напросто обидно, если бы тут выпала, а там не выпала, а так обиднее еще больше, потому что не выпало тупо нигде, ну окей, ладно, бывает. Короче, пацаны, смотрите, что мы с вами сейчас делаем. Мы с вами, как обычно, чекируем магаз. Кстати, пеку я покупаю, гигант я тоже покупаю. Гоблиносами также затариваюсь. И, в принципе, халявный серебряный сундук тоже почему бы не открыть. По квестам, пацаны, бесплатный сундучело у нас пролетает. Собственно, серебряный также. А это дело и так уже открывается. Так, новое событие, нам там орут просто, кричат. Испытания с колодами из чего? Из ре... Закрыто вот этим знаком вопрос, я не... Рэди... Не понял, про что речь, ну окей, неважно. Короче, под... О, ты гля. Блин, ребята, нужно клан восстанавливать как можно быстрее, потому что кирдык развалился, и как-то времени на все это дело не хватает. Надо будет сначала еще придумать, что делать с кланом, который на основном аккаунте будем мутить, и потом уже придумаем, что делать с кланом, который вот тут развалился, потому что тоже его надо восстановить. Нужно будет набрать ребят, которые были бы ответственны за набор, за, собственно, дисциплину в клане, и все вот это вот дело. Но, в принципе, ладно. Пока в любом случае просто-напросто играем. Так, чем братик ответит на наш заход? Ага, я понял. Так, one moment, пацаны. Ой, по красотулечке! Просто гоблинос, ну вот красава, серьезно, вопросов гоблину нет. Мы еще, ребята, и вышку забираем. Елки, ты, вот, вот так вот это и должно работать. Собственно, фигачим ледяного голема, ребят мои, вот таким вот образом. И, в принципе, все, салам алейкум. Да, елки. Ой, господи боже, оп, все, отдыхай, браток, тупо, лежи, лежат сосад, что называется. Так, все, да, отбились. Элитка, плюс рейдж, там что-то у него гром, колдун, господи боже, набрал фигни просто, а играть-то умеет, играть не умеет, ёлки ты палки. Так, ребятухи, надо прозапать вот таким вот образом, тихо-тихо-тихо, стараемся держаться. Так, гоблины пока не погибли от вальки, дамажьте. Все нормально, отлично, валька их вообще не тронула, это самое четкое считается. Погнали, ребята, до мыши вот таким вот образом, блин, не успел немножко, хотя не, нормально, ледяной голем... Урон станчил здорово, что от вальки, что от бандитки, поэтому все как бы четенько. Вопросов вроде как не имеется. Так, ребят, самое главное сейчас, опять же, просто-напросто дождаться элитных варваров челика и принять их. Все, больше-то в при... Сейчас же, наверное, еще рейдж скинет, это же так неожиданно, это же так непредсказуемо. Ты гля, чекаем. Кстати, вот это было неожиданно. Я почему-то был на 100% сейчас уверен, что вместе с этими элитосами пойдет и рейдж, но пацан сыграл, как вы сами, ребята, видите, прям вообще максимально нечитаемо, елки-палки. Так, забираем пойзеном все это. А, ты гля, какой хитрый, я понял. Я понял, пацан там, в принципе, это выпендривается так нормально. Короче, ребятухи, пламенный дракон, по идее, должен нам тут помочь так бодрячково. Далее, смотрите, значит, как мы с вами поступаем. Мы забираем всю вот эту вот билиберду. И знаете, что надо еще бы сделать? Смотрите, мы пока зафигачим вот такого вот лайтовенького, чисто ледяного... Ой, братик, просто земля металлом твоим колдунам. Это единственное, что я сейчас скажу, потому что я сейчас подготовил, собственно, моего вот этого вот братишку. Кстати, вот сейчас вот, блин, рейдж очень неприятный был со стороны типа, но окей, нормально. В любом случае, держимся и в принципе, пацаны, как вы сами видите, да, урон проходит, местами прям такой больнючий на самом деле, но опять же, мы держимся, пацан что-то, как говорится, делает и в итоге бибу сассирует, то есть, по большому счету, нифига, ой, куда, земля мне пухом, куда я выдал сейчас только что этих, господи, гоблинов, я сам даже не понял, так, тихо, ты ведь вышку нам не собираешься забирать, братик, все, спокойно, 700, тихо, бро, алло, ты чё, 200 хп, мне что-то это не нравится. Мне что-то это, ребята, вообще не нравится. Так, осторожно, все, не подпускаем. Два, одна, все, норм... Вот это сейчас было, если честно, правда, очень близко к тому, чтобы закончиться какой-то фигней. 26 кубков, Раэль. Вот серьезно. Обожаю эту игру. Нет бы просто дать вот среднестатистические кубки. Три царик, и все.
Все довольны, вопросов нет. Нет, братан, 26 устроит, конечно. Блин, друзья, что-то не нравится. Вот если так посмотреть в целом на ситуацию, мне все... Ёлки-палки, ты погляди. Я только посмотрел на банду гоблинов. Я не видел, что там... Господи боже. Я не увидел, что это 13 левел. Я просто такой смотрю, как бы... Нифига себе. 13 уровень банды гоблинов. Жестко. А потом я смотрю еще и на уровень вышки. Ну и как бы просто выпадаю немножко так в осадок, потому что, ну как сказать-то вам так, чтобы вы поняли. Все плохо. Все, друзья мои, правда крайне хреново. И шанс того, что мы сейчас вытащим эту катку, как бы так сказать, он, по-моему, нулю равен, не? То есть, ну, если так поглядеть, то, господи, зап и взрыв ледяного голема, этого недостаточно, чтобы забрать у челика миньонов. Боже мой. Это фиаско, братан. Тут просто, я смотрю на ситуацию, я не могу, ребята, иначе сказать. Это реально фиаско. Это, ну, это капец. Боже ты мой. Я не знаю, ребят, что делать. Давайте я попробую закинуть чисто лишь кабана одного. Я уверен на 100% то, что задефает оно, вот, да, вот, типа таким образом, максимально изичным, я имел в виду, в принципе, так оно и вышло, как вы заметили. Ой, друзья мои, друзья. Я хз, правда. Что делать в этой катке, как вообще в целом выкручиваться, отыгрывать, выигрывать? Ну, вы поняли, я без понятия. 13 левел, 4К кубков, господи. Это жесть. Это... А, у него, оказывается, еще и воздушная колода. Все, вопросов не имею. Вопросов тупо больше нет. Так, тихонечко, ребята. Стараемся сейчас с вами держаться. Максимально четко, максимально жестко. Так, что-то там пацан выставляет пушки, фигушки. Так, ребятухи, тут вот такой вот разряд, естественно. Ой, кривой, блин. Нехороший, ребят, разряд я сделал. Прям, ну, вообще, мягко говоря, такой себе. Короче, все плохо, пацаны. У челика, прям, как вы сами видите, нон-стопом идут коллекторы. Сейчас просто-напросто мы нарвемся, и все, считай. Здравствуйте, блин, так принцесса сейчас четко забрала все вот это вот наше добро, что прям слов нет. Друзья, камон, все очень плохо, так, гоблины хелпуйте, пожалуйста, просто как можете. Так, нормально тут отбились, там пламенный дракон тоже хелпует от гоблинов. Да, от гоблинов еле-еле как бы отвертились, хорошо. Ребята, сейчас просто, знаете, смотрю на ситуацию и вот пытаюсь как бы догнать. А принцессу заберем, пожалуйста. Блин, почти, пламик был настолько сейчас близок, как никогда, по-моему. Так, ребята, короче, я сейчас просто смотрю на ситуацию и вот хочу примерный хотя бы шанс того, то что... У нас с вами сейчас получится взять и эту каточку свести в ничью. Я не говорю о победе, господи боже, не, ни в коем разе, никакой победы здесь даже не пахнет, это 1000000%, но, камон, ничья было бы просто офигенным, мне кажется, вот вариком, лично для меня, не знаю, пацаны, как вам, но мне бы ничья прям кирдык зажила, уберите эту фигню, я вас просто умоляю. Так, тихонечко, заберите всю эту билиберду у него, я молю вас. Так, тихонечко, 800 хп, ребят, держусь просто из последних сил, сейчас просто бац, какая-нибудь молния или ракеты. Я вот знаю всех этих братков, так они и работают. Ой, боже мой, мисклик. Ладно, ничего страшного. Самое главное, Дань, держись. Тебе нужно продержаться, всего ничего. Хотя уже у него идет гонча, лол. Всего ничего ему продержаться надо. Ага, блин, конечно. Так, мега-рыцарь, браток, хелпуй. Спасибо, спасибо тебе, бро. Спасибо огромное. Так, one moment, guys. Тихо, ребята, я стараюсь держаться. Ой-ой-ой, плохи дела. Ребята, дела очень плохи обстоят. Там уже гонча дамажит. Гончий вообще нельзя... Вышку забрала лава. Просто я изо всех сил сидел дефался и в итоге пассассировал бибу. Офигенно. Друзья, это жесть. Это... 4000 кубков, я напомню. Первый искатель. Салам алейкум, как бы, вот. Мои любимые кубки. Я вот обожаю на этих трофеях играть. То есть, как бы, прям вообще кайф, нечего добавить. Думаю, все меня поддержат, все здесь согласятся со мной. Господи, он еще и воткнулся в вышку, его таран. Ладно, окей, мы сейчас отыграем более, надеюсь, жестко, потому что мы сейчас переходим в контратаку. Как минимум, надеюсь, неплохую. Сейчас, ребята, естественно, зачекаем, что из этой контратаки у нас получится. Если что, Poison не дает ему никакую мелочь сейчас бросить. Если он сейчас все-таки что-то сбросит, то разряд у меня... Ути какой ты, гля! Ты гля, что творит молодой человек. Так, погоди. А раз ты только что потратил торнадо, maybe хогом попробуем пройти, ну пока есть такая возможность. Потому что потом он просто-напросто торнадом будет его вечно от своей вышки куда... Так, нормально.
Хорошо то, что Пеку свою он показал прямо сейчас, а не тогда, когда бы мы бы, допустим, запустили Мега-рыцарь или какую-нибудь другую нашу тему, потому что тогда, елки-палки, мы бы нарвались по самые помидоры. Поэтому хорошо то, что хорошо кончается. Так, братик, бревно зачетное, 2 эликсира. Естественно, ты потратил не на... Ой, тихо. Гайс. Тихо. Это было нехорошо. Это было, по крайней мере, близко к тому, чтобы облажаться. Притом очень жестко. Так, нормально. Все четко. Все вроде как даже под контролем. Так, Хок, братик, давай. Хорош. Хотя бы тычку дал. Там уже, по идее, пламик доплавит, да? Да? Да. Все, шикарно. Все, найс. Вышку мы забрали. Как бы проблем вроде как таких прям огромных уже нет. Мы забрали вышку, это уже пол, что называется, дело сделано. Фигачим, ребята, гоблиносов тогда в помощи вот таких вот. Так, нормально. Держимся. Все здорово, все классно. 300... Просто взял и скинул бревно. Я понял. Красава. Красава, братишка. Просто вот делаешь круто, делаешь четко. Ой, зачем? Зачем азап сейчас только что слил? Господи. Что-то ошибки прям, ребята, максимально тупые допускаю. Так, лады, короче, я готов сейчас, ребята. Нет, пламика пока нельзя тратить, потому что все. Вот теперь вопросов нет. Теперь пламика можно тратить. Мы еще, ребята, готовим вот это дело, да, ведь? Ой-ой-ой, кстати, непредсказуемый шахтер. Ну, в плане места, в которое он пойдет, не совсем предсказуемый. Лады, окей. Короче, друзья, нам... прямо сейчас, вот знаете, чем быстрее, тем лучше, по-другому не скажу, нужно брать и у челика уже по большому счету забирать какую-нибудь вышку, то есть уже что-то надо по-хорошему так-то пушить, поэтому, что сказать, полетели, господи, братик, тебе дефаться надо, ты пытаешься в атаке гонять, ты, все нормально у тебя, все хорошо, точно, по-моему, нет, все, ребята, как вы сами видите, вцепился пламик, там позади вся моя братва бежит, можно еще ледяного накинуть, ну и, в принципе, все, что называется, салам алейкум, отыграно, четко, классно, на трешку, и самое главное, что плюс победа, вот эта вот тема радует, только, по-моему, кубков сейчас дадут порядка 28, да, если я ничего не путаю, ребят, а, нет, 32, во, вот это салам, что-то я тупанул, почему 28, что-то как-то мало кубков. Я подумал, что дадут. Вот это вот уже другое дело. Вот это вот хотя бы справедливо. Потому что плюс 26, потом минус 29 и плюс 32. Вот такой вот расклад меня, в принципе, устраивает. Ну что, друзья, вот примерно как-то так получается. Я отыграл в начале сезона. В следующем выпуске обязательно добьем королевский сундук. Посмотрим, что у нас будет дальше. Здесь встречаться на этих кубках. И надеюсь, то, что такой жопой, вот как с тем 13 левелом. Кстати, давайте прочекаем, что он вообще из себя представляет. Потому что это интересно. 4700 рекорд. Все, больше мы его не чекаем, пацаны. На этом все. Давайте, ребята, до скорых новых встреч и увидимся в ближайшем будущем на новом ролике или на новом стримасике. Все. До свидулек.